Всем добрый день! Я хочу сделать обзор по богине Афродите, потому что мне показалось, люди как-то ее очень неверно представляют, что это такое и что это за богиня и как к ней обращаться. Надеюсь, то, что вы уже дошли до этого уровня, что поняли, что мир очень многополярный. Богов много, никуда они не исчезли, сила их не падает. И хочу напомнить, что астрология списывала с характера богов и их символов. И про Афродиту в мифах очень-очень мало. Ну, давайте про мифы кратенько, что там написано, что она родилась из морской пены, что она занимает место на Верхнем Олимпе. Это правда. Ну, насчет ее рождения из морской пены. Вот он, как бы спорный факт, но смысл, что она прекрасна. И я хочу остановиться на таком факте. Очень сейчас о нем мало говорить, что греки и римляне Афродиту делили на две ипостаси. Два ее типа воплощения. Это одна и та же богиня. Одна богиня Пандемос, народная. Демос – это народ. Ей строили храмы, где жрицы принимали всех без оплаты. Они таким образом служили богине. Это обычная земная наша любовь, от которой рождаются дети. То, что называется страсть, на чем построен модельный бизнес, на чем построено все это эротические продажа белья и прочего. И есть Урания. Это небесная любовь, та, которая считалась была доступна только аристократам. Но у нас, естественно, она доступна не только аристократам. Очень у многих людей это ваш партнер. То, что называют кармическим партнером, ну, я могу сказать, да, это партнер, который навсегда, он будет с вами всегда, он никогда от вас не уйдет. Он вам предан, он вас понимает. Это высшая форма любви. Но Афродита вовсе не только любовью управляет, она еще деньгами управляет. Она управляет нашим здоровьем и нашими врагами. Да, вы не ослышались. Это именно связано с... И здоровье наше связано именно с Афродитой. Она управляет вторым домом, домом здоровья и домом денег. Это все. Она же управляет врагом. Она управляет эндокринной системой в нашем организме. Вот эти все гормональные сбои щитовидки, это все ее сфера влияния. То есть за этим можно обращаться к ней, за излечением. Гормональная система, она связана с нашей кожей. И, естественно, слава богу, с нашей красотой. У людей, которые выражено влияние Афродиты, у них выпуклый лобик, у них очень гармоничное лицо, у них глаза небольшие и не маленькие, у них уравновешенный носик, прямой. У них обычно кудрявые волосы, причем такие мелкие кудряшки. У них хорошая, красивая кожа, и вообще они именно наделены очень гармоничной внешностью. Они притягивают. Это не такая броская красота, это именно гармония, которая затягивает больше всего. Это танцы. Это под ее энергией. Это, конечно, любой модельный бизнес, это ее энергии плюс богов солнца. Но это обязательно с ней связано. Наши отношения. Не семейные, а вот именно наши партнеры, наши влюбленности, наши друзья и наши открытые. Не скрытые враги, а не тайны, а именно открытые враги, с которыми вы враждуете, связаны именно с Афродитой. И неважно, в каком они количестве. Вот вы враждуете, вы неважно, вы в соцсетях или вживую, это ваши соперники, это те, кто вас подставляет,
И даже те, кто убивает, вот как на дуэлях или на войне, мы воюем именно по Венере тоже, не только Марс связан. Недаром она считается женой бога Ареса, но это, я говорю, этого не обращайте внимания, это для людей было написано, но смысл, что они идут рука об руку. Это принцип Афродиты, нравится или не нравится. Вот нам не нравится этот человек, он наш враг, это ее принцип. Мы любим этого человека и живем с ним, или мы враждуем, это тоже принцип. Но семейный там с отцом, с матерью, с детьми, это не по Афродите. Это идут совершенно по другим. С детьми идут отношения по богам Солнца, с родителями идут по Сатурну и по Луне, по другим богам. Вот этот конфетно-букетный период и долгий брак – это тоже все энергия Афродиты. Давайте смотреть на картах. Что у нас? Первое, у нас туз Пентакли. Как я и говорила, тут завязаны деньги. Во-вторых, колесо фортуны и женщина с крыльями. Они смотрят все вверх. Это поворот колеса вверх. Ну, кстати, тут еще как бы египетский символ фараон в золоте, этот в данном случае это не египетская символика, а символ, что это богатство. У нас две карты идут богатство. Да, Венера, Афродита дает достаток выше среднего. Она не дает богатства, такого уж нет. Но это достаток выше среднего, и эти люди удачливы. Вот если говорить об удаче, то между Афродитой и Фортуной, Афродита, конечно, неизмеримо удачлива. Она так и называется «малое счастье». Если Фортуна, богиня, представлена Парсом, колесом Фортуны, он в чем-то вам везет, то Афродита – это постоянное малое счастье. Дальше у нас рыцарь кубков. Да, это любовь. Это безусловно. Это любовь. Он перевернутый. Это капризная любовь. Это непостоянная любовь. И под тузом Пентакли, смотрите, семерка Пентакли. Что тоже говорит, что очень многие обольщаются. Очень многие хотят брака по расчету в ее энергиях. Да, это тоже правда, это ее. Очень часто она выбирает партнера по расчету. В принципе, не должна, потому что очень хорошая, когда Венера в гороскопе у человека, он никогда не пойдет на брак по расчету, ему будет противно, но она не всегда так хороша. Сама богиня, она совсем не против. И смотрите, у нее напротив колеса фортуны жрица перевернута. То есть она может вам дать удачный брак, а может дать одиночество и монастырь. Иллюзии, семерка Пентакли, вы будете грезить об иллюзии богатом муже, а оставит она вас в монастыре. И запросто в данном случае это не та жрица, что она вам дарует мудрость и все. То есть это все в руках этой богини, как я говорю, богини очень капризны. Подбросит она вас на самый верх, и вы будете как бы роднитесь с фараонами, вот это там фараон наверху, если вы снимите фото, можете на фото хорошо увеличиваться. У кого нет таких карт, можете посмотреть. Очень хорошо. Вот, она может вас подбросить, а может сделать, вот смотрите, тут рыцарь кубков, он уходит. Может, чтобы к вам мужчина пришел, а может, ушел. То есть, как бы отвернуть от вас любимого человека ей ничего не стоит. И тут же у нас король жезлов, он такой интересный, король жезлов с игуаной. Кстати говоря, я вспомнила, верховный бог Майя, Нецамна, у него был символ игуаны, дом игуаны, он так и переводится, дом игуаны. И вот у этого короля у него на плече игуана, то есть это король жезлов, это бог майя.
И у него трон золотой, то да, это бог, в данном случае это бог Майя у нас получается, верховный бог. То есть она требует жертв, очень активно. Майя хотели жертву кровавую, и она хочет, и это правда. Ей подавая там брак не с простым человеком, а с верховным богом она хочет. Как бы замужем она за Арасом, а претендует на верховного бога. Но это в характере. Это очень в характере Афродиты. И она может вам дать то же самое. Брак с верховным богом, а может выкинуть вас в монастырь. И тут король кубков. А может дать ровный брак. Но она, и причем неважно, вы к ней обращаетесь или нет, это все равно ее энергия. Неважно, вы мусульманин, вы христианин, это никакого значения. Вы все равно под властью Афродиты. И смотрите, но она требует жертвы. Вот тут смерть. Девушка мертвая. Кстати, вот эта девушка в смерти, да, она, я хотела, почему я выбрала еще эти карты, расширьте, сфотографируйте, расширьте эту карту. Это и есть, в общем-то, Афродита, она очень похожа. И волосы у нее меняющиеся от каштановых, да, таких светло-светло-русых, и даже золотисто-белокожих. Они такая золотисто-русая. А так вот, вот чисто такое лицо, она такая есть. Вот увидите, выпуклый лобик, глаза небольшие, носик это чисто. И у человека лицо венерианского типа, как мы говорим, да, но это вот чисто как просто автор сделал Афродиту. Это настоящая Афродита. Она так и выглядит. То есть она как это... И кто победит в схватке с врагом, это тоже в ее власти. А может дать умеренность вам? Вот тут умеренность и императрица. То есть либо вы, она дает человеку императрицу, либо вплоть до брака с верховным как бы лицом. А может в монастырь и в очень в умеренность. Умеренность я не трактую хорошие карты никогда. У нее всегда противоположность. Такое есть. Друзья, враги, бедность, нищета. Это чистая ее энергия. То есть она может либо вас засунуть в умеренную жизнь, она очень капризная. Она очень капризная богиня, и я могу сказать, верите вы в нее, не верите, мы все по гороскопу, я могу сказать, все в ее власти. Вы можете как хотите говорить, что то планета идет, но планету, я уже говорила, списывали с характера богов, и вы в любом источнике астрологическом это первое, что найдете. Тут очень четко, да, у нее большие связи. Тут два короля, рыцарь. С женщинами она тоже может ладить и очень вводить вас в заблуждение, так же, как и вы можете, человек с сильной Венерой. Ну, в общем-то, это дипломаты. Дипломаты и есть, вводят в заблуждение. И смотрите, на семерке Пентакли, на семерке Пентакли сзади подсолнухи. А подсолнухи – это знак разлуки. То есть она дает и отбирает, дает и отбирает, дает и отбирает. Это энергия самой Афродиты. И требует она хорошей жертвы и хорошего откупа. Даже очень. Она всегда будет капризна. Люди платят за любовь и жизнью. И тут это четко показано. Вот по четверке мечей. Четверка мечей в основном значит исцеление, но тут вот смерть. Это уже как бы там ангел на надгробии. Ну, не имеет значения, ангел там или кто стоит. То есть либо императрица, либо умеренность. И тут всегда противоположность. Если она вам дает очень много, она потом очень много заберет вплоть до смерти. Или в монастырь. Как бы взлет и падение. Она такая и есть. И не зря вот тут она выпала, колесо фортуны. Венера капризная. Афродита, она очень-очень капризная богиня. А так как влияние у нее просто бесконечно огромное,
на наш мир. Так и получается. Вроде, но в целом, смотрите, туз пентаклей кончается императрицей. Очень благоприятные карты. Набор самых благоприятных карт. То есть в сумме она в итоге может дать очень-очень много. И может тут два короля прямых. Может дать очень хороший брак. А может вас скинуть в монастырь в смерть. Имейте это в виду. И ее не надо ее недооценивать. Не надо ее идеализировать. Она и положительно, и очень отрицательно. Так что имейте это в виду. Такая она есть. Она прекрасна, она красива, она может вас наделить очень-очень многим и все отобрать. Так что не шутите с ней. И имейте в виду, поэтому говорят, любовь зла, я несчастна, я одинока. Женщин ссылали в монастыри, там убивали, казнили за измены, сжигали за измены. Как только... Если вы посмотрите исторически, сейчас очень много на Ютубе, как с женщинами поступали там за измену, это зверство и пояса верности носили. Это вот такие энергии Афродита. Либо в монастырь, или на самый верх. Вот такая-то богиня. Так что имейте в виду. Она может вам дать очень много и может отнять, как любая богиня, в общем-то, как любое божество. Это еще одна из богинь, одна из самых-самых лучших. Вот такая. Они не такие добрые и не такие любящие нас. Мы для них не дети. Это везде пропагандируется и говорится, что мы их дети. Если бы мы были детьми богов, поверьте, людей закапывают заживо, людей сжигают, людей сажают в тюрьмы. С детьми так мы и не поступаем. Мы не дети, мы их создание, но не дети. Да, еще насчет Афродиты. Что она любит? Я совсем забыла это оговорить. Она любит сладкое. Она любит любые украшения, бижутерию в том числе. Очень любит. Можете принести янтарь, это реальный камень, который дарующий любовь. Аметист ей хорошо оставлять, чтобы избавиться от вдовства. И вообще не любите так аметист, это камень верности, но верности такой вдовца или вдовы. Он не так хорош, как это рекламируют. Вы можете ее оставить. Вообще аметист очень хорошо оставлять, чтобы сбросить одиночество. Она любит красивую одежду новую. Какую-нибудь гипюровую блузку. Вообще боги любят одежду новую. Туфли даже. В дар можно принести мужчине. Совершенно спокойно. Новая, красивая, изящная. Сумочки все боги очень любят. И Афродита в том числе, женскую сумочку, пакетик красивый. Вообще что-нибудь из цветов, это гвоздики и розы. Сирень можете дарить, очень любит. Вообще она просто любит цветы. Сладкие запахи, сладкие ароматы. Это Венера, ягода, клубника. И вообще, но так традиционно у нее вот такие персики косточковые, как их называют. Где одна большая косточка, это считается ее плод и чистым. Вот ей можно такие дарить. Вино сладкое, естественно. И что? Насчет камня, где родилась Афродита. Боги на земле не родились, мы специально ездили. Камню Афродиты, брали машину, еще с правым рулем, это так сложно. Больше машину правостороннюю брать не будем. Ничего там нету, могу сразу сказать. Можете съездить, посмотреть, как экскурсию. Место, конечно, красивое, сосны растут на Кипре. Этот камень, красивое, чистое место, купаться хорошо. Ничего там нету вообще. Никакой энергии. А вот
Ночью мы заехали в театр древнегреческий, где ставили эти комедии. Там же все на божественную тему было, по мифам. Знаете, там гораздо больше было энергии, чем у этого камня. С Акрополисом ничем нельзя сравнить. Вот в Акрополисе, да. В реальных храмах там очень много этой энергии. Это очень сильно. А боги на земле не родились, и Олимп, конечно, не на земле. Он очень далеко, так что камня Афродиты нет. Ну, как это, намоленное место, вы, конечно, можете съездить, но можно также и в любом другом месте ей оставить дар. Где оставляем ей дар, конечно, в красивом месте. Афродита любит изыски. И она очень капризна. Не забывайте, все древние греки, причем это писали авторы античных времен. У них, кстати, такой слог, что современный писатель не напишет так. Настолько легкий, настолько чарующий, я всегда не могла оторваться просто. Хвалят очень Чехова, но ему до этого слога очень далеко. Он именно чарующий и легкий, ни с чем не сравнимый. Они этому уделяли очень много времени, и они всегда говорили, что боги очень капризны. Но вот Афродита вдвойне капризна. И говорят, что они могут рассердиться и позавидовать, отобрать ваше счастье. Особенно это говорила про богинь, что у женщин она отбирает счастье. Это правда. Любая. Так что мы поэтому приносим дары, мы откупаемся. Я это делаю по-другому. Но кто хочет работать с этой энергией, это действительно очень мощная энергия, и вы работаете с ней или не работаете, верите в нее, не верите, никакой разницы-то не играет, только если вы не верите, вы этого лишены возможности чего-то исправить. Вот, в общем-то, вся разница. Ну вот на этом я как бы прощаюсь. Такой обзор по Афродите.